Сегодня с самого утра по всей стране прошлась новость о большой трагедии. Подписывайтесь, дорогие зрители, на наш канал, и сейчас мы вам расскажем, что произошло вчера вечером с нашим любимым российским певцом и музыкантом Сергеем Пенкиным. Оказывается, вчера в Краснодаре после концерта, возвращаясь в гостиницу, неизвестными лицами был избит российский певец и музыкант Сергей Пенкин. Было двое нападавших, они избили нашего певца и забрали у него браслетку, в которой находилось 150 тысяч рублей. Это был полученный гонорар за выступление на концерте. На данный момент этим вопросом занимаются сотрудники полиции, они ищут очевидцев данного преступления, а также изучают съемки камер видеонаблюдения. Все надеются на то, что преступники будут найдены. Сам же певец Сергей Пенкин находится в больнице с серьезными телесными повреждениями. Завтра утром на нашем канале свежий выпуск, друзья. Не пропустите его.